На Усолье Химпроме начался демонтаж цеха ртутного электролиза. Специалисты Росатома работают с опережением. К работам по демонтажу цеха должны были приступить в начале октября. Напомним, цех ртутного электролиза – это самый опасный объект на промплощадке Усолья Химпрома. На момент прекращения деятельности завода в 1998 году там накопилось 1200 тонн ртути. В промзоне также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны ртутью. Полностью обезвредить цех ртутного электролиза Росатом планирует к сентябрю 2021 года. Каждый житель Усолья-Сибирского может самостоятельно узнавать последние новости о проводимых мероприятиях на бывшей промплощадке в группе соцсети ВКонтакте под названием «Что на Химпроме в Усолье-Сибирском». Она была создана специалистами Росатома в приоритете открытость и прозрачность происходящих процессов по ликвидации загрязнений на территории завода и за его пределами.